Во-первых, хотел бы поздравить наших болельщиков с победой. В психологическом плане она нам была нужна, необходима. То, что касается в целом игры, я думаю, что команда, ребята молодцы, они сегодня показали, на что они способны. Организованно, очень дисциплинированно играли. Были моменты, ряд моментов. Могли забить еще, но в принципе это футбол, такое бывает.